Так, друзья, ну что, у нас начинается вторая карта. Я всех еще раз приветствую. У нас с вами противостояние между Zyba Gaming 2 и Uncle Skulls. Давайте быстренько пройдемся по картам. У нас карта Нюк была забанена от Zyba Gaming 2. Также карта Мираж убрана игроками Uncle Skulls. Dust 2 сейчас играется. Это выбор команды Zyba Gaming. Они начинают в защите. Далее у нас Ancient будет от Uncle Skulls. Затем Inferno Ban от Zyba. Vertigo от Uncle Skulls. И Anubis, карта Decider, если она понадобится. Друзья, мы с вами включаемся прямо в игру. Сразу пистолетный раунд. И был бы, возможно, быстрый выход у нас от Артура. Но его не будет, потому что Молли прилетел. И Uncle Skulls направляются на шорт в составе троих человек. У нас нет, уже вчетвером. Там выключил Йо-Йо у нас кадр. И остался один опорник у нас, Эльмар, который делает уже, кстати, второй минус. Неплохой, но серию своего выключает. Нигде не попадает по Артуру. Артур жмет его. И вместе с своим тиммейтом должны дожимать. Да, это 2 в 2 раунд, где Нара и ее будут выбивать плент. Насчет дефьюз китов не уверен, но, возможно, они где-то были. Не посмотрел на старте раунда. Артур против Нары. Отличный хедшот. Нара поймал своего оппонента, слышал его, и попасть не составляло трудности никакой. Но бомбу забыли, кстати, Uncle Skulls, и это стоит им раунда, скорее всего. Да, должно. Перекрестный огонь. Нара с ее справляет с Серезом. И первый раунд пистолетный за командой Zyba Gaming 2. 1-0. Так, ну что, вы уже посмотрели пистолетный раунд. Вы посмотрели, какие карты будут играться. Вы знаете, кто такие Zyba Gaming, Uncle Skulls. Я думаю, если вы на трансляции присутствуете, то уже много игр данных команд видели точно. Потому что за какую-либо из команд вы, я думаю, болеете. Нужен предикт, друзья. Как думаете, кто здесь выиграет в этой встрече? Здесь, конечно, есть явный фаворит. И, скорее всего, второе место дивизиона. Это Zyba Gaming. Вроде как уже их никто не обгоняет. Поэтому роль аутсайдера выходит. Минус 4 уже у нас на карте. Йо-Йо, Ниндзя и Zyba Gaming в скобочках Face Control. Это у него длинный ник. Я сначала на него посмотрел. На начало ник, потом вспомнил, что это Никита. Разобрались со своими оппонентами и взяли для себя второй раунд. Вот, в общем, жду. Жду ваш предикт, кто выиграет данные встречи. Для Uncle Skulls эта игра ничего не решает. Они уже не выйдут в плей-офф. Набрали мало очков, но я думаю, что парни все равно хотят выиграть какую-то карту, точно забрать в свой актив. Но какая это будет и будет ли вообще, мы с вами увидим. У нас в кассере стоит и Йо-Йо, агрессия в миду, и он погибает от кадрила. Что может сейчас для Uncle Skulls принести первый раунд. Остановили агрессию одного из сильнейших игроков, одного из сильнейших игроков состава Zyba Gaming. Вот так будет правильно сказать. Эльмар в миду ждет кого-то, точнее наш Артур ждет кого-то с мида и, возможно, найдет контакт по себе, но пока что нет. Там Ниндзя нашел XKF, поджал он бокс и сделал ответный минус по оппоненту. И Серис его перестреливает, кстати. А это тоже плохая ситуация, в которой сейчас у нас Uncle Skulls оказались. Они могут попробовать сплитом выйти на какой-либо из плитов. Здесь фейс-контрол, правда, на один минус его хватило. Нара у нас шарта, убивает Ниндзя Сереза, пачка теряется. Пытается Артур ее забрать, у него получилось это сделать. Будет уносить ноги, он сейчас на базу Б. И тут кадрила надо перетяжку эту встречать, но он идет зачем-то на шорт. Надо было смотреть мидл через двери. Хотя по таймингу ему еще, возможно, удастся сделать минус по Ниндзя. Нет, Ниндзя пробежал. Кадрила ловит флешку лицом. И Ниндзя против Артура, который красный. Артур топнул. Зачем-то? Зачем ты топаешь, Артур? И спрыгивает у нас сейчас кадрила. Легкий раунд в плане ретейка был сейчас для Zyba Gaming. Без потерь. 2 в 2 они доиграли в легкую. 3-0. Но бомба стояла. Есть луз-бонус. Uncle Skulls будут закупаться. Uncle Skulls. Пока что атака такая сумбурная немножко. Они попытались выйти шорт, нашли контакт лонг. Там проиграл Epic Scoof перестрелку. Поджал ее на старте раунда. Ну, то есть, нет. Не показали пока нам какую-то идею Uncle Skulls, потому что не все пошло по плану со старта раунда. Вот, но было честное преимущество у них единожды, или даже дважды за этот раунд. Но все равно не смогли они его реализовать. Благо бомбу поставили, не имеется, можно. Оппонента спреет через молик, смог найти кадрил. Тут ни разу по своему оппоненту не попал. Никита Фисканта, минус по Шварезе. И это уже преимущество видит игроков. Против Артура.
Артур. Артур гораздо выше стрелял, чем нужно было. Серьез там минус Панари оформил. Но это, опять-таки, это всего лишь один минус. Не самый удачный последний имеется. Ой-ой-ой, как залетает сейчас по оппоненту. Эпикс Куфа не получается это сделать. Он остается... досматривает раунд. Эпикс Куфа еще один фраг оформляет. 1-2 остается. Но тут надо как-то рисковать. Он пробует уйти в КТ. И... Давид слышал его. Ой, Эпикс Куф с реакцией. Проблемы небольшие. Долго реагирует на выпад ниндзя. Ниндзя 3 минуса в этом раунде. Отлично отыграл опорника базы Б и вовремя перетянулся, смог закрыть своего оппонента. Но, конечно, Эпикс Куф заставил, я думаю, понервничать игроков Зыба Гейминг. Потому что 2 минуса под точкой А он сделал. Мог даже ставить бомбу, но вот решил в КТ уйти. За что осуждать мы его не будем. Такое решение, в принципе, могло себя оправдать, если бы давал минус по ниндзя. Правда, не помню, был у него смог или нет. Там надо было еще от фейс-контрола, от его АВП как-то уйти. Ну и играет по респам за Б-геймин. То есть у Нара сейчас была более удачная респам. Побежал по точку Б, а Келла поджала нижнюю Т-шку. И сейчас идет сервисы, да. С легкостью находит, убивает. Кадрила убивает Нару у нас сейчас. И 4 в 4. Я думал, побегут на Б, но не стали. Там смог лежит... контрол контролирует все. Сменились немножко позиции у ZB Gaming. Регруппировались и сейчас начинают зажимать своих оппонентов по карте. В целом, мне нравится такая идея, потому что Uncle Scus сейчас пока проигрывают и действительно показывают не самую открытую. Да, 2 минуса делает. Ее также добирает наш Ашфорезу. Здесь для не светит. ЭпиксКФ не смог перестрелять Акелу, хотя тот его не сразу увидел, уже реагировал на выстрел. 5-0, ну и тут, наверное, вопрос у меня такой. А сколько возьмут от Uncle Scus вообще раундов? Потому что с такой атакой будет действительно сложно что-либо найти в ней в виде выигранных раундов. Возможно, мы с вами увидим счет, который будет сухим. Никит, минус по Шварезе, тут по нему попал первее, но попал прострелом через Тиксу, через дверь. Сгорает нас Эпикс Куф, предварительно убив Йо-Йо. Отличный молик был от Акелы, но вот Йо-Йо, конечно, немного не повезло. Акела замечает еще одного оппонента, и будет выход сейчас на Эльмара. Должен там слышать, как прыгает Артур в боксе, скорее всего. И, ну, я не знаю, тут байк у нас Серис, и у него получилось это сделать. Артур находит фраг 3 в 3. Молик от Нинт не самый удачный. Там можно пройти игрока. И да, они проходили, но их и Нара, который стрелял с КТ. Ниндзя минус 2 в этом раунде. 6-0. В целом, пока все легко для Зыбы. И даже если где-то ошибаются, то это глобально ничего не рушит. Не рушит их планы. Они все равно раунды забирают. И один раз вроде доходило до ретейка. Более я не помню, что бомба стояла. Давайте на табуляцию посмотрим. Да, третий раунд, это был дефьюз. Все остальное у нас это смерти в полном составе игроков команды Uncle Scus. Даже до бомбы дело не доходит. Ну и ее агрессивная игра в боксу. Тут могут его наказать. Не наказывают, кстати. Ниндзя там еще Шварезу нашел. Это было сделано в нижней Т-шке. Идет у нас сейчас Эпикс Куфа. Не получилось у него этого сделать. Первый минус был от Эпикс Куфа для своей команды, но он был и последним. Далее быстрый размен от Йо-Йо. Снова 3 минуса. Только в этот раз от Ричарда. Не знаю. Можно, наверное, здесь делать прогноз, за сколько эта карта закончится при такой игре. Агрессивная игра от Зыбы. Ну и пока она оправдана. Здесь, можно сказать, на классе переезжают. Не зря как Куфа даст, видимо. Будто бы против Штиглаз, которые играли в четвером, было гораздо сложнее играть. Йо-Йо опять агрессия. Это агрессия с моими оппонентами. Уже 3 минуса они дали на старте раунда. Буквально 20 минут прошло, уже нет команды Uncle Scus. Где вы, Uncle Scus? Надо лучше поиграть. Но, ребят, ну 30 секунд прошло, вас уже разобрали. Вас просто запушили, вы ни одного фрага не дали. Может, паузу какую-то взять. Может быть, подумать насчет того, чтобы самим вместе куда-то пойти запушить. Артур у нас берет себе что-то негив. Нет, наверное, не негив. Как-то... Не помню. М и какая-то цифра. Пулемет. Вот такой вот. И начинает... Ой, кстати, попал по голове Ричарда. Работает на пулемете, друзья. Работает, но плохо.
пока это не работает, кадрил разбирает Сакела и не так же убивает, он ее красный. Вот решение неплохое от Аквоскус, который остановил сейчас игроков команды ZB Gaming. Правда, там Нара нашел сейчас при выпаде из бокса своего оппонента 3 в 3. Сравняем счет по живым силам, но ее мы помним красным. Что приятно, что может зарешать исход раунда. Да, минус по нему от Сереза, но ждет ли Нару? Должна была быть инфа от тиммейта, забирает игрок защиты бокс. Тем временем Ашфареза уже зашел на базу Б, и вот такая растяжка по карте, на самом деле, не на руку Анкл-Скулс, если сейчас Ашфареза погибает здесь. Да, вот кадрила бомбу теряет. Ну, надо было вместе просто доигрывать. Ребят, ну вы что? Ну, вы же сделали опен, вы потом еще один фраг нашли, 4 в 3, потом 3 в 2. Просто сгруппируйтесь, сыграйте вместе и выиграйте раунд. Зачем по одному разные позиции распикивать, пытаться зайти А, пытаться зайти мид, пытаться зайти Б? Не работает. Будем за БГ, по крайней мере. Немножко не докинул хайп Серис, и Нара хорошо сейчас присел. Серис вообще его не ждал. Надо было глубже хайя кидать. А самое интересное, есть ли информация сейчас у Ашфареза, то, что два красных игрока, я думаю, если бы он знал, то, возможно, играл бы быстрее, поагрессивнее. Сейчас боится очень сильно, играет на шифте. Но тут должен сейчас ловить гранату, на самом деле. Или не будет? Да, будет Нара ловить гранату, и он так не понимает. Есть один фраг, но времени очень мало. Времени очень мало, йо-йо. Даже не стал играть на время, убегать, пробовать. Он просто взял, застрелил Ашфарезу, тем самым взяв 9-й раунд для своей команды. Ну, паузу, друзья. Анклскус, ну поставьте, ну пожалуйста. Ну, придумайте раунд красивый, ну разыграйте. Ну, возьмите хотя бы один. Ну, не хочу 13-0 смотреть. Что это такое? Я помню, как эти парни играли против шестиглаз, они забирают на 13-2. В целом, у них есть ребята, которые хорошо стреляют. Эпик SkyF неплохо Савика настреливает. Сейчас проиграл перестрелку Серис, но вообще никак и не стрелял, он с автоматическим девайсом был. Не знаю, зачем он стоял на суициде, возможно, как живущий для Эпик Скуфа или приманка, но это не сработало. Артур там убивает йо-йо, но стрел у нас, а мы должны сейчас убивать. Да, так оно и происходит. 3-2 ситуация, но это уже, я думаю, не должны гейминг заливать. Хотя, возможно, как-то раскручится у нас со Ашфарезом из кадрила, только если... Вместе куда-то выпало. Они пока не выходят. Бомба вообще на суициде. Кадрил пробует перестрелять ниндзю. Ашфарез за бомбой не идет. Ну, друзья, это 10-0. Заметил. Заметил Нара. Так, минус от Нары по Ашфарезе. 10-0. 10-0. И два раунда до конца первой половины. Анклскус не делают экономически, не делают 2 КБ. Они просто закупаются каждый раунд. И, вот, допустим, Кадрил сейчас вообще берет просто АК-47, первый армор. И ему нормально. В целом... Я не против такой игры, если... Ну, для ребят она уже, честно, ничего не решает. Возможно, я бы, если бы игра также ничего не решала и был настолько сильный соперник, тоже бы мог себе позволить. Ашфарез, не спою ее. Успел ее один раз попасть там или полтора по своему оппоненту. Она 44% здоровья, но не в голову, к сожалению. Поэтому не будет интриклад для игроков защиты. Ашфарез также минус кил. Вот, возможно, первый раунд. Хотя нет, ЗБ отрезается. Нар минус, минус. И быстрая наводка долго стреляющему игроку позволила фейс-контролу сделать еще один минус. Поэтому у нас сейчас большинство для команды. Хотя было 5-3. Было 5-3 для Анклскус. А Эпик Скайф решил в этом раунде предпоследним ничего не закупать. Играет он на глоке со вторым армором. Ну, благо калаш погибшего тиммейта смог забрать. Так, давай. Слава Шаркевич. Владислав, ну, попробуй. Хорошо это разыграть. Надо прочитать шорт. Он игрока. Прицел такой интересный у него. Вроде бы еще динамический, если не ошибаюсь. Или динамичный, не знаю, как правильно. Динамичный, наверное. При стрельбе у него вот эти зеленые длинные полоски расходятся в стороны, что, мне кажется, делает стрельбу еще сложнее, но я думаю, что не для Славы. Так, ну и бомба. Бомба на руках. Можно бежать спокойно на базу. Они читают. Это ZB Gaming. Почему-то очень долго холдят под Б-плантом в Т-шке. И, видимо, думают, что он мог остаться там где-то на Титанике под таннелом. Слава нормально зажал сейчас по ниндзе. Кстати, не забыл я посмотреть при стрельбе, какой у него прицел, расширяется он или нет. Один в один. Вячеслав. Кстати, первый раз я, похоже, Владислав назвал. Да? Вячеслав может разыграть, но не против Нара. Ой, тут ошиблись очень,
очень сильно. И один, и другой, на самом деле, Apex Coup просто мог по пуле стрелять, и в нару, если бы таким образом он стрельбу производил, он бы его забрал. Что они друг друга пытались спрейть, нара это получилось чуть лучше, но вот на самом деле на тоненького. Хотя, глобально, опять же таки, даже если было бы 10-1, тут это ничего особо не меняет. 11-0, и последний раунд первой половины. У нас 2 ВП появляются, 2 снайперских девайса, Epic Sky F, эпическое небо F, H4Reza также берет его, H4Reza. Два ВП, и посмотрим, реализовано. Пока что нара хоронит всех здесь. H4Reza убила Келлу, но... сгорел. Сгорел у нас H4Reza, и Apex сейчас может также погибнуть от гранаты. Должен нара делать здесь четвертый минус. Третий, точнее, но четвертый для своей команды. Хотя Apex KF с топом нара и делает выпад, легкий фраг. Кадрил здесь топает, не перестреливает его, кстати, но перестреливает его. 12-0. Пишет Гаха 007, что за дичь, смысл таких матчей, смотри, что этот, что прошлый, давай не втроем играть, еще блядятина. Ну, слушай, тут какие вопросы к Uncle Scoops? Они играют 5 на 5, ну, вот такой уровень игры за Бэгейм, как Uncle Scoops, матч, который надо доиграть, я не знаю, ну, просто не получается у них игра, ну, не хочешь, не нравится, не смотри, в чем проблема. Поляна пишет, ЦР быстро просто не играет, так бы не в суху хотя бы был. Ну, действительно, да, нет ЦР быстрого, который играет неплохо. И даже вроде имеет там левел около 8, может и больше даже. Может, меньше неплохо. На фейсте этого игрока нет. Соответственно, Epic SkyF, Epic Scus. У нас Uncle Scus. Созвучные у нас никнеймы и клан тег команды. Соответственно, игроки у нас не в самом праймовом составе. Сегодня Uncle Scus стоит на SkyF и там... Бывает, уже двоих неплохо, он с этих берет раскрутился, ну что, будет нож? Хотел, мне кажется, уже идти резать своего оппонента йо-йо, но нет, ножа не будет. 13-0, друзья. Легкая прогулка по карте The Dust 2 была сейчас для ZB Gaming. Пишет Гаха, но при всем при этом Акела Нара лучший, конечно, да причем тут один человек, он погоду не сделал бы. Честно, сделал бы. Если бы СР быстрый был бы, он бы, я думаю, помог команде Uncle Scus не проиграть в сухую. Вот. Точно не помог бы забрать карту, хотя не факт. То есть, если бы проперся, возможно, бы там был бы близкий счет. Вот, но 13-0 не было. Так, друзья, у нас следующая карта. Карта Ancient, это выбор команды Uncle Scus. И она начнется очень скоро, я думаю. Сейчас мы сменим сервер, и как только игроки будут готовы, я к вам вернусь. Поэтому далеко не переключайтесь. Кстати, в первом матче не говорил, а во втором скажу. Если вы до сих пор не подписаны на Повага Премьер Лигу, то это нужно обязательно сделать. Также у нас очень много интересного в нашем телеграм-канале. Также можете на него зайти, и будем рады, если вы подпишетесь. Ну а пока небольшой перерыв, и ждем следующую карту.
Так, ну что, мы очень быстро возвращаемся, и у нас вторая карта. Напоминаю, распик по картам был вот такой. Даст уже был сыгран, 13-0 за командой ZB Gaming. Это был их пик, сейчас пик соперника, где они начинают за атаку. Выбрали они именно эту сторону. Но и карта Anubis, это карта Decider, если она будет на мид. На мид у нас бегут все, просто будет сейчас дикая перестрелка. И как разваливают у нас серии Кадрина и Артур очень быстро раунд за танков с курс. Друзья, ну тут, я не знаю, первый был заливочный от ZB Gaming. Даже не успел я сделать вообще ничего. Переключиться на игроков. Я думал, сейчас начну за игроками атаки смотреть, потому что, ну, 13-0 на прошлой карте все-таки. Они выиграли очень легко и уверенно. Я думал, сейчас встретят своих оппонентов, но нет, не встретили. И даже не успел я поэтому на них переключиться. 1-0, Uncle Skulls. Первый раунд спустя 14 набрали, взяли. КФ сейчас, ну, зря, на самом деле, с беретами, кстати говоря, так агрессировал, когда у его тиммейтов нормальные ганы, он решил остаться с пистолетом и играть контакт мид. Это неправильно. Ну, не то, что неправильно, но как будто объективно можно просто флешечку, если ты хочешь напарить там Алик. В следующем раунде купит, благо тиммейты здесь его подстраховали. Серия 3 минуса от него, 5 на 0 идет, но это пока такие экофраги плюс пистолетка. 2-0 за командой Uncle Skulls. Сейчас придется потяжелее. Сейчас у нас будет АК-47, Галил в исполнении Йо-Йо. Ну и что там в чате? В чате у нас пишут, почему чел играет в перчатках. Потому что так не скользят руки, когда потеют. Вот такое вот решение принято было молодым человеком. И на самом деле его не за что осуждать, уже не первый раз про это спрашивают. А попробуйте тоже поиграть цепление. Цепление лучше. Вы лучше спросите, почему игроки играют в рукавах. Точно по той же причине, потому что руки могут потеть. Чтобы не было лишнего дискомфорта, который может мешать. А в профессиональном спорте часто рукава используется. Волейбол, баскетбол. Тем временем у нас есть много оппонентов. Ну, перчатки, да, конечно, я не видел ранее, но тут такое объективное объяснение. Uncle Skulls начинает на это выживание, попадает по ее, у нас как кадрила, но не смог его добить, и у нас остается один лишь Ашварес, за которого Акела должен убивать. Да, Акела его добивает, это первый раунд для ZB Gaming, очень быстро они его для себя нашли. Напишите, кстати, как меня слышно, потому что я тут до этого микрофон далеко от меня был, сейчас поближе сделал, надеюсь, что стало получше. Или до этого было хорошо, в общем, напишите. Так, ну и у нас стоял как немножко АФК. Я думал то, что нужен бэкап, но нет, все хорошо, нет технических проблем ни у кого. У нас четвертый раунд, как Адрил занимает позицию мяса. Кейт делает он ни одного минуса, но Сирис зато нашел два. Правда, развалились у нас опорники под базой. Сейчас взорвают, могли есть еще серии, но все-таки Йо-Йо его добил. А остается Epic Sky F1 у нас против нескольких оппонентов, сразу троих. Кстати, АВП-то не было, если не ошибаюсь, в прошлом раунде от него. А смысл тогда он на втором раунде играл с пистолетами, непонятно. Ну, вот, правда, сейчас, да, закупился хорошо, и в следующем может себе позволить. Но он остался один, его тиммейты на базе Б полегли. И главное, чтобы он сейчас здесь не погиб. Ну, как будто если сейвить, то сейвить явно не в такой позиции. Можно попробовать было бы уйти гораздо дальше. Хотя здесь, возможно, он найдет сейчас один минус. Пока в низе нашел все-таки, но его разменял быстро Нара. Не знаю, оправдался ли этот риск или нет. Было как будто бы понятно, что если он одного убьет, его могут зажать. Но, возможно, поверил в себя. В целом, не так все плохо еще. Он Uncle Skulls 2-2 всего лишь таки. Всего лишь 2-2 и, да, 13-0 на первой карте. Но сейчас вдруг как заиграют они за сторону защиты. Закупились, опять же, неоднозначным баем. Я вижу, есть два дигла, есть Нова. Эмочка от Вячеслава Шалькевича. И от Сериза МПшка. Фейс-контрол. Несложный минус оформляет. Нова не работает в Киеве. Шпарес в Киеве. А будет ли минус сейчас? Долго эта перестрелка была. Найти этого игрока, все-таки ее убили.
Не смог ее никого здесь перестрелять, но в любом случае это большинство для команды The Gaming. И Акел просто в смог нашивает. Apex KF остается один, которого забирает Space Control. Третий раунд для The Gaming. В общем, что-то быстро. Быстрые раунды у нас все. И быстро то одни, то другие погибают. Ну, тут как будто бы плюсовый режим включен у одной и у другой команды. Правда, у The Gaming это лучше работает. На пистолетке не сработало, но вот оружейные раунды их не подводят. И что, не будет экономических, что ли, от Uncle Scoofs? Они будут каждый раунд закупаться? Пока все об этом и говорит. Скаут, Фамас, 5-7, XM и МПшка. Опять. Фейс-контрол строго по Серизу. Тот не смог его добить. Йо-йо также минус по кадрила. И заметил, что Рэд у нас Акела не попал. Зато по нему попали. Горит у нас Ашфареза. Как это? Йо, кстати, неплохо так Ашфареза по нему зарядила. Немножко переворачивается раунд у нас. Артур. Ай, не добивает своего оппонента. Нара минус 2 здесь оформил и выиграл раунд для своей команды. Сложная ситуация, казалось бы, когда его с двух сторон зажимали, но Uncle Scoofs в стрельбе не полетело. Допустили ошибку, надо было более парно, возможно, играть, но или просто более точно стрелять. Здесь можно многое придумать, и оправдания, и упреки, но раунд в любом случае за The Gaming, это уже в прошлом, смысла обсуждать это я не вижу. Да, можно было сыграть лучше, они не сыграли, ничего страшного. По раунду взяли, уже лучше, чем на первой карте. По ее попал кадрил с Фамаса. Сервис Меду, здесь, точнее, Артур, как ошибся сейчас Артур, не добил ниндзю, просто зажал своего Ксэма, мог попробовать более точно стрелять одиночным выстрелом, но второго игрока явно не ждал, который его и добил. Йо-йо, он оформляет сейчас по Серизу, и остался у нас лишь один Epic Sky F. Размечает, он делает минус, но тут Акела тоже готов его забивать. Не получилось сделать этого у Акела, зато получилось это сделать у Йо-йо. Друзья, 5-2. У нас в чате PPL в Телеграме пишет Богдан из команды Инсталус, которая сегодня играет, кстати, против Можайска, в 19:30 матч будет, то что Скуфы сравняют счет, заберут 1-1, а потом, возможно, и 2-1 будет. Ну, тут, друзья, я даже не знаю. На самом деле, такой предикт, который, если бы на него принимали ставки, там бы был коэффициент, мне кажется, под десяточку, что будет 2-1 после 1-0, 13-0. Сжигали там Epic SkyF, знали про него, и смог еще фейс-контрол здесь минус по Артуру сделать. Опять преимущество по живым игрокам. Кадрила топает, ее идет его пушить, и должен сейчас найти минус по нему в спину. Там, кстати, в миду разминулся Нара, сейчас Сереза нельзя, минус есть по Ашварезе. И последний фраг от Нары не дожал, Сереза немножко не хватило, но он один против троих, и должно. Должно здесь все закончиться 6-м раундом. Ну, я не верю, что 12 хп будет выигрывать. Да, это не выигрывается, ее попало одним патроном, Сереза заспрейл, не сразу пошло, но тут, я не знаю, сложно это комментировать, друзья, в том плане, то, что нет каких-то действий, которые мы привыкли видеть в профессиональном Counter-Strike, хотя, опять же, это все-таки, наверное, больше такой любительский турнир, здесь нету игроков, которые там имеют профиль на HLTV, вот, HLTV, как на английском сказать. Сначала задумался и за это зацепил. Ну, в общем, да, HLTV будет проще. Таких нет здесь. Соответственно, мувменты не всегда самые профессиональные, но чаще всего они приближены к профессиональным. Шварезе. Йо-йо. Дает фраг. Сжимает в спину сейчас кадрил, но его читают. Сирис просто тут одного прошел, второго начал стрелять, но Ашфареза тут неплохо уже, минус 3 дал, надо делать эйс, он остался один, Никита фейс-контрол не попадает уже, минус 4, Тимур Сапко может взять раунд для своей команды под номером 3, ниндзя в голову хорошо сейчас выстрелил, отлично среагировал, 7 для The Gaming не будет, эйса, к сожалению, от Uncle Scoofs, хотя очень хотел бы я на него посмотреть. Ну и, соответственно, вот, не всегда у нас профессиональные действия, поэтому тут, опять же, во многих матчах они приближены максимально, то есть смоки, стрейфы, даблпики, флешки там какие-то, моменталочки, байты, кайты, экономика. Это все есть.
здесь, в этом матче, ну нет, и поэтому сложно, это непривычно. То есть ты просто видишь плюсовой режим от ZB Gaming и отсутствие просто возможности сдержать этот натиск от команды Uncle Scoofs. И обидно, обидно немножко, потому что хотелось посмотреть близкий Counter-Strike хотя бы по силам. Йо-йо, минус по кокодрилу, сейчас в меньшинстве, 3 в 5, начинает разыгрывать ZB Gaming этот раунд, и, возможно, у них получится этот раунд взять. Epic Skyf абсолютно не ждет сейчас своего оппонента, вот только сейчас он развернулся смотреть донат, но решил уйти на релоуд. Артур заметил ее Артура и делает фраг по нему, но Epic Skyf на размене. Бомба, правда, была оставлена под базой Б, между рампой и Киевом. Нара убивает Сереза, но сам остается красным. Надо идти за пачкой. В целом, это, я думаю, будет третий раунд для Аркоскус. Хотя Нуара, подождите-ка, по Ашфорезе заряжает так же. Эпик Скайф ждет. Но Эпик Скайфу надо реагировать, не знаю, с реакцией гонщика Формулы-1. Хотя, как он перевелся и через стеночку смог сделать минус. Это минус 4 от Славы Шалькевича. Хороший раунд. В прошлом раунде было минус 4 у нас от Ашфорезе, но не получилось взять. А здесь получилось Эпик Скайфу этот фраг сделать. Найс. Найс. Плей. Хорошо отыграл. Мне понравилось. Я, честно говоря, не поверил сначала в Нару, то, что он выиграет этот раунд. Но когда он остался 1-1 против Вячеслава, я уже думал, все, ну 8-2 точно будет. Уже третий для Uncle Scoofs. Артур, Office Control, который просто с АВП сбегает в Киев прыжком. Уже настолько комфортно себя парни чувствуют. Акела убивает Артура. И герой прошлого раунда Epic Skyf'а также. И на базе Б. Кадрилл по 90 нашел все-таки минус. Но его быстро разменяли на минус Кадрилла. 8-й для ZB Gaming. И это последний раунд, сейчас, который мы будем с вами наблюдать до смены сторон. Снова АВП от Epic Scoof'а. Famous XM, ну, тут вот видите, как бы нет никакой экономики. Парни уже просто кол, наверное, ГГ добег. Давайте быстрее доиграем. Соответственно, появляется вот пулемет от Артура Акулеева. Ну, на прошлой карте он один раз попал по ее прострелом там в голове. Может, не прострелом, но не добил. Может быть, сейчас заработает лучше гораздо. А Низи, похоже, заметил. Или нет, Нара работает пулемет. Серис минус сейчас вместе с Ашфорезе делает. По Никите. Спин там Акел забирает Сереза, и Ашфорезе остается один. Надо давать еще два фрага. Бомбы нет. Бомба не под контролем Ашфорезе, к сожалению. Ниндзя будет ее ставить. Хотя это был фейк. И не ждал. Не ждал Ашфорезе, хотя нет. Возможно, понимал, но Ниндзя сыграл агрессивно, и это принесло очередной раунд для его команды. 9-3 за ZB Gaming, и я думаю, что сейчас мы с вами увидим последнюю пистолетку, потому что в камбэк Uncle Scoofs слабо прям верится, но если пистолетку возьмут и, не знаю, за атаку будут играть так же уверенно и с такой же стрельбой, как парни из ZB Gaming, там Йо-Йо уже 15, кстати, настрелял у нас, на минуточку. Минуточку. Это игрок первого и второго дивизиона, если что. Ему было бы странно, если бы он столько не настреливал. Как будто команды договорились в первый раунд играть мидл. Играть пистолетку мидл. Вот сейчас мы видим ответный раунд от команды ZB Gaming. Ответ на первую пистолетку. Есть ощущение, что ребята сговорились. Давайте будем первый пистолет, точнее, первую и вторую пистолетку играть мидл. Это прикольно. Мне нравится. Идея неплохая. Но у защиты, конечно, преимущество, там сложный выход для атаки с мидом, когда 5 игроков тебя начинают встречать под неудобным углом. Артур, уже надо было стрелять с этого пулемета, слишком поздно он его начал раскручивать. Ну и ZB Gaming снова 5 мид побежала, будет установлена бомба на базе Б. Они пробуют угадать, это вот 2, но нет, на базе никого. На базе А никого, тратит время на перетяжку. Сейчас поднимет у нас Нара, да, потому что у Ашфорезе был девайс лучше. Но, кстати, армора нету, мог, на самом деле, Нара один раз по голове случайно попасть. Ашфорезе сгалила, минус по физконтролу. Похоже, что четвертый раунд не за горами для команды Uncle Scoofs. Ниндзя нараспикал, получил сделать фраг. Сейчас стрелять, йо-йо с двойных берет дает
Минус и кокадрила один в клатч против троих своих оппонентов, которые идут втроем его пикать, а бомбу не успевают раздефать. И да, друзья, раунд для Uncle Skulls неплохо разыграли. Еще девайс все выбили, но там экономика, конечно, непоколебима у ZB Gaming. Они будут закупаться точно. И мне кажется, даже если бы у них проблемы были бы с экономикой, они все равно бы закупились. При таком счете он достаточно комфортный. Можно и рискнуть единожды. 10-4. Верим в камбэк или не верим? Как будто пока не верим, но если еще пару раундов от Uncle Skulls, то можно начать. Выходит на А у нас Uncle Skulls, а там нет никого. А это легкая бомба. Акела дает информацию тиммейтам, что заходит, но уже парни на базу А ставят пачку и начинается ротейт. Начинается перетяжка у нас от игроков защиты и будет выбивание. Пачка стоит. Надо пробовать сейчас как-то выйти из доната, но как-то вычислить здесь серис. Ладно, получилось все-таки. И разваливается немножко команда у нас Uncle Skulls. Хотя остался живых у нас еще игрок такой, как Артур с КТ и Кадрила, который из Дорота, возможно, не читается вторым таймингом, если не будет топать. А он не топает. А он не топает и не читается. Отличная игра была сейчас от Андрея. Он удачную позицию занял. Это помогло выиграть в матч ситуации. Uncle Skulls берут пятый. А у нас там прогноз был, кстати, в чатике. То, что первая карта будет за ZB Gaming 13-4 от Романа. Из ZB Gaming. Но первый дивизион. А вторая карта будет 13-5. Вот на первой карте он немножко не угадал, на второй есть все шансы. Но надо ZB сейчас забирать с пистолетами. Акела хорошо стреляет с диглов. С дигла. Как йо-йо, в принципе. Да. Вот еще Нара подключился. Попал по Ашфорезе. 2 в 3 ситуация. И Акела с фейс-контролом будут пробовать. Ну Ашфореза какой таймик падает, ты успел так, развернуться. Акел мало пацан здоровья, Артур его добивает, и это 6-й раунд для Uncle Skulls. Все, прогноз Романа не зашел. Что первую карту он 13-4 не угадал, что вторую 13-5 он не угадал. У нас, друзья, 13-6, ой, оговорчик по Фрейду сейчас было, 10-6 на второй карте. И... девайсный раунд только с одним пистолетом и 4 М-ками. Это, наверное, наоборот было лучше сказать. 4 М-ками и одним пистолетом. Так, акцент я сделал на пистолетах. Пистолет не работает, зато М-ки. Под контролем Нинди, Нары и Акелы. Легкие минусы для них. Пускай в последний Давид Тимкин делает третий минус. 1-6. Джистик зашел к нам на трансляцию, пишет: всем привет. И тебе hello, привет, Алексей, наш модератор, всеми любимый игрок, хотя, может, не всеми. Знаю я одного такого игрока с никнеймом JB. Just Better или Justin Bieber, тут сами решайте. Он вот хейтер Джестика, на самом деле. Хотя, вроде, оправдывается тем, что без негатива. Ну, чем вы видели, как Justin Bieber играет против второго дивизиона. 3-10 в составе. Ну, в том числе и он был одной из них. Поэтому тут, возможно, его хейт в сторону того, что Джестика бустили, неоправданный. Ладно, это я так немножко подшучиваю. У нас развалилась команда Uncle Skulls. Акела 3 минус. 12 для Зыба и 6 матч-поинтов. Ну, уже лучше Uncle Skulls, чем на прошлой карте, конечно. Немного поборолись. Сейчас 6 раундов. Все равно, я думаю, для них гораздо приятнее, чем 13-0 отлетать. Две карты подряд, тем более. Есть шанс еще взять один, попробовать хотя бы. Вот, как я и говорил, около профессионального Counter-Strike здесь нет. Здесь нет смоков, раскидов и там, долгих выходов, каких-то ротейтов, фейков, моментал. Хочется это все увидеть, конечно, но нет этого. От Артура 2 минуса. Ошиблись. Медуз сейчас у нас ZB Gaming.
ниндзя нара работают. Похоже, что не возьму танк на скупс еще один, если, правда, сейчас ниндзя не ошибется. Как будто бы не ошибется. Нет, все-таки ошибся, открылся спиной под свою собственную флешку, которую, кстати, Apex Skype ослеп, но ниндзя не в ту сторону смотрел. Акела, легкий минус, выбивает бомбу. Да, я думаю, здесь все-таки Нара и Акела, имея бомбу под контролем, должны закрывать, друзья. Ну, я, наверное, поздравлю предварительно команду Zyba Gaming с победой. Это была, ну, легче гораздо игра, чем против четверых шестиглаз играть. Но как будто бы все равно поприятнее она смотрелась. Нет какого-то буллинга между игроками. Что там в кабинках, давайте посмотрим. Поздравляем Zyba Gaming. Сегодня две игры. Обе 2-0, 2-0. 6 очков они добавили себе. И если я не ошибаюсь, а я в целом не должен ошибаться, Zyba Gaming у нас второе место. И было много вопросов от игроков, от зрителей, фанатов. Кто же фаворит дивизиона? Кто там выиграет? Кого вы видите сильнейшими? И многие говорили, вот там драйвера. Но это понятно, они там на первом месте идут. Кто-то говорит то, что 6 глаз. Они тоже временно играли, временно присутствовали на втором месте турнирной таблицы. Сейчас их Zyba должна сместить. Вот. Там Можайск называли народную команду. А про ту же Zyba, Zyba Gaming 2, никто не говорил ни слова. Ну, я, по крайней мере, не слышал. Как не слышал, это Никита Face Control. Почему-то думают, то, что все списывают их со счетов. А они, тем не менее, сразу в полуфинале второго дивизиона. И есть большая вероятность, что встретятся они с драйверами в финале. И я бы хотел посмотреть на такое противостояние. Мне кажется, что Zyba Gaming может дать отпор тем самым непобедимым, даже которые вчера трех десяток вынесли. Ну, как вынесли? Ладно, там три карты было, но все равно, учитывая, что там три, точнее, четыре игрока заявлено как 1000 элла, фейсит, можно сказать то, что они выиграли с преимуществом. Вот. Собственно, если будет Zyba и драйвера в финале, я думаю, это будет равная борьба, равная битва. Вот. Но у нас еще впереди матчи для команд, там, таких как Underground, На Дне. Те же Insta-Lose, кстати, могут выходить, если заберут все оставшиеся игры. В общем, мы не знаем точную финальную шестерку. Команды, которые будут соревноваться между собой в 1-4, в полуфинале, поэтому состав полуфиналов и финалов может измениться. И фавориты могут стать аутсайдерами, могут вообще вылететь. Это будет, я думаю, очень интересный плей-офф. Возможно, даже будет более интересно, чем в первом дивизионе, потому что как будто бы сейчас нет интриги, все такие драйвера, а если они, допустим, в плей-оффе в 1-2 проиграют, ну, в теории же такое же может быть, друзья, мне кажется, может. Если такое случится, то вот это будет интересный финал. Ну, или если же в финале они проиграют, это тоже будет интересный финал, как по мне. Вот, но даже если они выиграют, я думаю, за этим будет интересно смотреть, потому что там точно не будет счета 13-0. Есть такая фраза, в финале нет фаворитов. Вот, в этом матче, в принципе, у нас все. Поздравляю я Zyba Gaming еще раз. По поводу Uncle Skulls хочу сказать, что молодцы. Спасибо, что боролись две карты, вот, не опускали руки, приехали полным составом, доиграли турнир. Они вроде как все игры сыграли. На этом вроде для них все. Возможно, нет. По ним я точно не помню. Сегодня у нас, кстати, еще один матч будет, поэтому сейчас перерыв. Не могу сказать, что небольшой, потому что большой на самом деле, 4 часа. И, наверное, трансляция будет временно отключена. Вот здесь пока точно не знаю, но если так, то вам стоит сейчас подписаться на наш Twitch-канал, чтобы когда трансляция снова была запущена, у нас там игроки на стриме голые. Давайте я вот так переведу. Снимают футболки. Чтобы не смотреть за игроками, которые переодеваются там. Ну так вот, друзья, у нас через 4 часа будет матч. Поэтому стоит подписаться, чтобы в следующий раз, сегодня, когда мы стрим запустили, вы его не пропустили. Если вы, естественно, до сих пор не подписаны. Матч будет между командой Можайск и командой Insta-Lose. Опять же, Можайск как будто фаворит по мне, потому что у Insta-Lose есть проблемы с составом. Вот вчера они играли, кстати, с игроком команды Можайск против драйверов, что было очень интересно.
Было интересно это комментировать с Дмитрием Кучком, мы за этим наблюдали. Вот, через 4 часа будет игра. Сейчас мы пока, наверное, временно стрим приостановим, а как только у нас команда приедут и зайдут на сервер, я к вам снова вернусь. Сегодня буду обозревать третью игру для вас. Все для вас, работаем. Вот. В целом, на сейчас, наверное, пока все. Всем спасибо, что смотрели, что были на стриме. Ждем третью игру сегодняшнего игрового дня. Ну а пока, до встречи.